Есть видео-вопрос от руководителя одного из сельхозпредприятий Дзержинского района, Игорь Иванов. Он хочет внедрить цифровые технологии на своем производстве и даже уже подготовил документы, но есть одна проблема. Давайте послушаем его вопрос. Александр Викторович, здравствуйте. Меня зовут Иванов Игорь, директор ООО «Агролес» Дзержинского района. Прошлый год для нас сложился удачно, мы получили хороший урожай. И благодаря господдержке мы приобрели два высокопроизводительных трактора. Узнав о новых мерах поддержки на системы точного земледелия, мы их ими оснастили. Получив технику, мы собрали пакет документов, обратились в Минсельхоз, где получили отказ в связи с тем, что данная статья уже была израсходована. Александр Викторович, просьба как можно больше финансировать данное направление, так как уже не завершив посевную кампанию, мы уже почувствовали плюсы от данных систем. Это экономия ГСМ, рабочей силы, увеличение производительности данной техники. Александр Викторович, хотел бы задать вопрос, получим мы ли мы субсидию по данному направлению до начала уборочной кампании? Спасибо, вопрос понятен. Ну, во-первых, сам по себе вопрос меня очень радует. Когда у нас есть такие молодые аграрии, причем устремленные в будущее, в новые технологии, значит, у нас все будет хорошо. Что касается сути дела, то в крае действительно уже появляется спрос на цифровые технологии даже в аграрном секторе. Там в Шушенском, тоже вот на юге у нас, есть просто выдающиеся предприятия Зубаревых, по-моему, так оно называется. По имени, по-моему, супруги вот Зубаревых. Там стоит дойка, третья в мире по производительности, самая мощная в России. Ну, это космический корабль. Когда смотришь на нее, то возникает чувство гордости за наших селян. И не гарантирую, Игорь, что деньги удастся выделить уже к осени, но в осенние корректировки мы сделаем это обязательно. К сожалению, у нас всегда возникает вот такой дисбаланс, поскольку предвидеть, сколько будет обращений, достаточно сложно. Но деньги, они же не должны лежать просто так. Поэтому есть актуальные темы, на которые нужно выделять деньги. А здесь вот по мере потребности. Откорректируем, все будет хорошо.